Чем кадет отличается от курсанта? По школьной иерархии кадетами зовут учеников профильных седьмых классов, а через год они получают новое звание – курсанта. В учебе это очень большая ответственность, то есть учиться надо очень хорошо в этом классе. Как бы еще времени очень, надо много быть, надо очень спортивным быть. То есть если, без спорта здесь никуда, здесь постоянно стрельба огневая, то есть все это есть. Посвящение в кадеты и курсанты – ответственный момент для учеников и их родителей. Ребята торжественно клянутся с честью нести гордое звание. Сегодня вы дали торжественное обещание. И надеюсь, что по жизни вы будете помнить те слова, которые произнесли сегодня на Ленинграде. Честь, долг России. И никогда не забудете об этих словах. Я надеюсь, что вы будете учиться только на 4,5. Я надеюсь на то, что вы сдадите все государственные экзамены в 9 классе и поступите обязательно в профильные 10-11 класс. Из 1000 обучающихся в 39-й школе 200 кадетов и курсантов профильных классов. Кроме формы, их отличает дисциплина и выправка. Все они патриоты России и выбрали для себя профессию «Родину защищать». Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.